Такое вкусное мороженое вы никогда не купите в магазинах. Вот все, что нужно для его приготовления. Берем глубокую тару и наливаем предварительно охлажденные сливки жирностью 33%. Добавляем немного соли. Берем блендер и взбиваем сначала на малых оборотах. Через 5 минут увеличиваем скорость и взбиваем еще 3 минуты, пока пена не станет густой. Выливаем банку вкусной сгущенки. Добавляем пакетик ванили. Взбиваем все хорошенько блендером еще 3 минуты до состояния, пока пена не станет максимально густой. После того, как подготовили будущее мороженое, вырезаем вафельные коржи по форме контейнера. Укладываем вафлю на дно контейнера и наливаем мороженое в том количестве, которое вы хотите видеть. Накрываем сверху вафлей, немного прижимаем руками и отправляем в морозильную камеру на 5-7 часов. После этого достаем из морозилки готовое мороженое, вынимаем из контейнера и режем на брикеты желаемого размера. Приятного аппетита!